Всем большой привет, мои дорогие друзья! Сегодня вместе с вами пойдем в магазин Fix Price, и вы просили показать полочку с декором полностью. Есть что показать, выбор действительно достойный, много всего интересного, поэтому давайте скорее рассматривать. Навели у нас такой порядочек, прям приятно подойти к этому стенду. Я нахожусь в городе Курск на проспекте Хрущева 5А и желаю вам приятного просмотра. Друзья мои, сразу хочу вас попросить поставить лайк этому видео. Для вас это всего лишь одну секунду займет по времени, а для моего канала очень поможет в его развитии. Первое, что хочу вам показать, какие красивые цветочки. Вы только посмотрите, как лавандовые такие кустики. Конечно, сделано в Китае, но скажу вам, что все аккуратненько сделано. Горшочек такого темного цвета можно какой-нибудь гашпо, знаете, побольше поставить. Тоже такое светленькое, например. И будет уже смотреться как-то по-другому. Данная композиция стоит 199 рублей. Далее еще остались, но вот буквально один, наверное, цветочек всего лишь, который вот так вот будет висеть. Он так и называется. Так, где он здесь? Свисающее растение, 199 рублей. Тоже смотрится хорошо, так правдоподобно. Небольшие орхидеи есть у нас. Чуть-чуть вот там позади, они уже по 249. Далее вот такие вот маски есть в продаже из коллекции прошлого года. Африка называется, 249 рублей. Это все производитель Китай, поэтому не повторяюсь. Так, вазочка. Декоративный такой небольшой веточкой. Сама вазочка стеклянная по 199. Как же мне нравится вот эта серия. Очень смотрится нежно. Полирезин. В составе птичка. Красивая такая. Ну и вот что-то такое на подставке. Настольное украшение 199 рублей. Цвет еще есть коричневый и серый. И очень, конечно, нравится мне еще вот такой декоративный ящик. Нравится тем, что он достаточно глубокий, несмотря на свою миниатюрность. Выполнен аккуратно из дерева. Сейчас здесь ценника нет, но стоили они по 300 или по 350 рублей. Ну, вот эти вот яркие вазочки, смотрю, что уже, знаете, такие подуставшие, хотя по 249 рублей. Где-то краска отошла, где-то отбились краешки. В общем, нужно все смотреть. Вот такие еще есть птички у нас. Синие и желтенькие. 199 рублей. Еще вариант вазочек. Небольшая. 149 рублей, узкое горлышко, 18 сантиметров. Ну, по цветовой палитре видите сами. И еще есть у нас подобные ваточки, но повыше. Видите, у них уже немножечко другой формы горлышко по 199. Они уже, конечно, повыше, 24 сантиметра с половиной высоту. Так, декоративные светильнички есть в серебристом цвете. Они по 199 рублей. Еще есть подсвечники. Это тоже материал полирезин 20 сантиметров. Ну, такой, знаете, стиль винтаж. Немножечко такой затертый, как бы, по 199. В общем, очень приятные. Есть просто беленькие. Так, здесь у нас аромалампа для эфирных масел. 199 рублей. Здесь небольшие такие светильнички. Прям маленькие совсем. Хотела включить. А вот, смотрите, получилось. Светильник 199 рублей. Есть вот такие вот, как бочонки, видите, по форме я имею в виду. А чуть подальше они уже немного удлиненные такие. Белые, синие, желтые. Так, здесь вот у нас шишка. Хотя я сразу не поняла, когда они вышли, вот эта вся серия, что это шишка керамическая. В синем цвете, в розовом и в белом. Выполнено, кстати, очень хорошо. По 149 рублей. Далее у нас вазочка 199, рядышком фигурка декоративная, девушка вот такая, 299. Это все полирезин. Вот тут вот у нас такая небольшая статуэтка, кстати, можно использовать как подставку для каких-то украшений. Есть, видите, крючки такие. Так, здесь у нас подсвечник 149, еще подсвечник, цветы 149 рублей. Тоже такой винтажный стиль. Материал полирезин. Достойное исполнение, я вам скажу. Так,
Тут у нас, ну, очень старенькие уже шкатулочки по 149 рублей. Тоже затертые такие подсвечники фигурные по 149. С небольшим горлышком. И они у нас сделаны из керамики. Рядышком вот такого плана подсвечники. Тоже смотрю, что уставшие такие. 99 рублей. Ну, вот эти вот тоже. Все такие. Видно по ним, да? 249 рублей. Но показываю все, что есть прямо, как вы и просили. Так, подсвечник на 3 свечи. 199 цвета, кстати, в ассортименте. Свеча ангелочек. Хороший, выполнен так хорошо. Беленький. 59 рублей. Здесь у нас олень, фигурка. 149 рублей. Елочки уже, наверное, вряд ли будут актуальными. Да и цены нет на них. Но вот такая вот свеча куб, конечно, пользуется огромной популярностью и спросом. Разноцветная. Цвета в ассортименте 199 рублей. Так, что здесь у нас еще? Ароматические наборы по 199. С разными, кстати, ароматами. Прям на выбор. Кто-то сюда поставил вот такую красоту, рамку гербарий. Вот отсюда убежала она. Поставим на место. По 199 сразу скажу. Ну, арома, вот эти вот наборы, в принципе, 199, что один вариант, что другой, но у нас сейчас два вида. Так, вот эти вот свечи с крышками по 199 или по 99. Скорее всего, все-таки они по 99, они небольшие. Это тоже арома свечи и в ассортименте, причем ароматы. А вот эти вот уже большие варианты, они уже точно по 199, тоже свечи. Так, ну вот там у нас что-то в остатках. Стаканчики такие, как подсвечники, прозрачные, стеклянные, по 99 рублей. Спускаемся чуть ниже с вами. Здесь у нас вариант рамки повыше, есть пониже. Повыше вот это не знаю, сколько стоит. Нету цены, к сожалению. Деревянные шкатулки. Такие, знаете, антуражные они. По 249 рублей. Синий цвет. Голубой такой, точнее, нежный. Так, здесь у нас в остатках еще подсвечник стеклянный с ручкой. Но не вижу, сколько он стоит. Еще один вариант. Шкатулки. По 199 рублей из фанеры выполнены. В ассортименте, кстати, на них принты. Так, что у нас здесь? Полочка яркая, розовая, есть еще бирюзовая, полка декоративная. Ну, смотрится в интерьере стильно. Кстати, все для крепления идет по наборе. Стоили они или 300 рублей, или 250. Точно сейчас уже не припомню. Ну, вот это вот из старых совсем коллекций у нас стоит. Еще не разобрали. Вазочки. Шар называется. Она небольшая. Стеклянная. Сделана в Китае. Стоит 99 рублей. Качество исполнения очень хорошее. Далее вот такое кашпо блестящее. Здесь чего только нет, и бусинки, и бисер, и стекло. 199 рублей. Само кашпо пластиковое. Фоторамки по 99, по 149, 10 на 15. Размер фотографий. Полочка для мелочей из фанеры по 99 рублей. Ключница. Смотрится так достойно вот эта серия вся. Видите, есть все для подвешивания. И у нас здесь МДФ и сталь, и сделано в Китае. 199. Большие фоторамки тоже сейчас есть в продаже. 40 на 30 сантиметров. 149 рублей они стоили. Сколько сейчас стоит? Интересно. По 99, 21 на 30 сантиметров. Так, еще по 149. Ну, в общем, фоторамок, смотрите, предостаточно в смысле, да? Что еще мы с вами увидим? Кстати, вот подсвечник на металлической ручке, который, давайте поближе покажу еще раз. Вот здесь вот цена на него есть. Он стоит 249 рублей. Тоже, конечно, нужно смотреть. Это все из таких старых коллекций, что, возможно, где-то, конечно, потерлось это все. Так, здесь у нас что? Светильник. Такой светильник стоит
299 рублей. Здесь еще один вариант ключницы с полочкой, с небольшой. 249 рублей. Тоже сделан этот товар из фанеры. Так, ну вот это красота, конечно. Это у нас декоративное зеркало. Очень аккуратно сделано. Все это сделано в Китае. Тоже есть исполнение в белом цвете, в сером и в коричневом. И сколько стоит? Главное понять. Нет сейчас цены, к сожалению. Не будем гадать с вами, да? Так, здесь у нас что? Тоже декоративное зеркало. Ну, вот такое оно просто как бы круглое. Ну и вот по остаточкам совсем у нас здесь внизу все лежит, как видите сами. Вот такого плана есть рамки для фото. 10 на 15. 55 рублей всего лишь стоит. Неплохой вариант. Белые, розовые они есть. Так, здесь у нас тоже по остаткам зеркала. Декоративное зеркальце. 199 рублей. А вот здесь вот что? Для записи такое панно, как бы, да? Держатель для фото и заметок, точнее. Смотрите, есть в золотом и в серебряном цвете. Сколько стоит? Только 99 рублей. Декоративная доска для заметок. А, это с мелом. Значит, это не от этого фото. Я уже просто хочу, знаете, конечно, на каждый товар вам называть цену, потому что понимаю. Но не от меня это все зависит. Каждый товар на кассе не узнаешь, потому что у нас очень много людей. Конечно, без очереди. Почему меня должны пропускать, правильно? Тут у нас настенный декор, репродукция. Вот у нас остались курочки. Помните, были и коровки такие. Так, и вот еще столик складной. 299 рублей. Какой тяжелый. Но будет выглядеть вот таким вот образом. 33 на 33 сантиметра. Знаете, как вот я считаю, что смотрится он хорошо. Если он нужен прямо, то можно смело покупать, потому что цена, я думаю, что достойная для такого товара. Так, и настенную полочку еще вам покажу. Вот таким образом, где свечи стоят, будет смотреться она. Тоже такая с металлическими элементами. И 149 рублей стоит. Все, друзья мои, у нас тут навели порядок. Все такое совсем старенькое, скажем так, убрали, я так предполагаю. Ну и хорошо. Очень приятно находиться около этого стенда. Хочется прямо рассматривать все-все-все. Надеюсь, что вам этот обзор понравился. Спасибо большое за ваше внимание. Продолжим обязательно рассматривать этот магазин в следующей серии. Всем пока!